Хорошо, когда между соседями царит мир и согласие. Как, например, у жителей домов 12-го микрорайона. Вместе на посадку цветов, вместе на праздник. Больше всех радовалась ребятня. К ним в гости из волшебной страны, где живут только дружные соседи, приехали два клоуна. Повеселили от души и подарки подарили. Весело, музыка! Хорошо! Пока дети мастерили поделки, взрослые демонстрировали свои таланты. И не только музыкальные. Яркие номера, мелодичный саксофон, все желающие кружились под музыку. Шквал аплодисментов вызвал танец казачки и бравого казака. Дружить с соседями – дело хорошее. Потому что живем все-таки вместе, рядом. А бывает, живем в соседних квартирах и видимся раз в год. Соседи у нас хорошие, очень приятные мамы, с которыми можно погулять, провести время. Получился настоящий семейный праздник. И пожелания звучали соответствующие. Чтобы был мир, понимание и крыша не текла.